Итак, всем приветик, это снова Cuphead. Продолжаем проходить всяких плохих так, беги, стреляй. Ну давайте начнем с этого. Так. Что-то такое непонятненькое. Да. А в смысле, если я сразу упал, это что, смерть? Да, что за прикол? Понятно. Блин. Ай, надо попривыкнуть к этим. Да зачем я... Непонятно, зачем я это сделал, ладно. Лишней жизни можно не терять было. Да ш... О, какой я дебил, бля. Mm-hmm.
Зачем я за этой монеткой погнался? Ладно. Лень. Главное вот тут, на самом деле, жизни не терять. Сказал я и понял. Главное не терять жизнь, да? Да, все равно ударит меня, ну бля. Нет слов, одни эмоции. Да, ну я, конечно, неаккуратно играю.
чё, бля? Там еще и босс. Ну, такой мини-босс, я бы сказал. Понятно! Ой, это почти, наверное... Да, это не почти конец, это еще, блин, до конца вообще... Ну, бля, ну, конечно, самонадеянно вот это вот было идти так.
Я же прошел. Да в смысле? Что за бред? Блять, иногда эти шары такие долбанутые. Ну все, началось, блядь, я уже начинаю торопиться. Пизду, блядь, ну как вот ты подгадываешь, ну вот... Такое ощущение, что игра уже начинает распознавать вот эти все мувы. Ура! Ё-моё, ну неужели это свершилось? Да, тяжко-тяжко. О, даже С с плюсом, даже не Б. Так. Тут кто, внимание, воздух. Так, это на самолете. Ну давайте, наверное, мавзолей пройдем. Второй. Главное попадать.
Так, ну это, конечно, было легко. Я знал, что пока что я найду что-нибудь полезное. Снова спрят душу. Ух, силища, спасибо. Ну что нам дали? Ну-ка. Доступна новая спецатака. Так, спецатака, что там? Ну это был смертельный луч, а это способность неуязвимость. Войди в астрал, чтобы получить временную неуязвимость. Не, супер луч будет как-то попрофитнее, я думаю. Я бы вот какой-нибудь второй удар, наверное, взял бы себе. По ощущениям. Наверное, да, возьму. Так. Так, ну что, мы успеваем на... Давайте попробуем пройти. О, это же эта птичка. Ой-ой-ой. Я помню, вот это я помню. Это уже тот момент, когда триггер проходил эту игру. Я как раз вот на этом и смотрел его. Начал смотреть. Так, это только вторая стадия, по-моему. Почти дошел до... Может, я побыстрее пройду, чем триггер в этот раз. Триггер убил на нее, по-моему, час или около того.
А чё? Не то сделал, сама. А я не помню, как его надо убивать. Ну да, с одной жизнью, конечно, это вообще сложно.
Ну ёб твою. Ай, бля. Good day for us. Well done. Here goes. Ладно, я понял, почему триггер не мог пройти это так быстро. Ворот. Ну почти. Надо всегда в центр становиться. Да ёб твою мать, да сука! Да дохни, дохни! Thank you.
Ура! О, я быстрее, чем триггер прошел. Ё-моё! Аж ладошки вспотели. Вот это было, конечно, прям, блин, 3 минуты потратил на него. Давайте, это Ашка. Почему бы с плюсом? Но я его прошел. Олли щебетун. Так. Что тут? Просто это легенда. Так. Ну, значит, что у нас? Мы прошли вот здесь. Вот здесь мы все прошли. Получается, в следующий раз будет лунопарк будет, а тут надо что? Просто будет лунопарк, здесь будет босс. И, наверное, был бы сурово без прикрас. И все, наверное, получается. А, нет, еще там наверху, точно. Но это уже в следующий раз. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Буду рад вашим подпискам, лайкам. Я вообще просто рад, если вы будете заглядывать на канал и смотреть новенькое на канале. Всем спасибо, здесь был грёбаный лосось. Всем пока.